Совет национальной безопасности и обороны Украины проголосовал за введение военного положения на территории страны на 60 суток. Начальник Генштаба отдал распоряжение о приведении армии в полную боевую готовность. Это связано с захватом России 3 украинских военных кораблей в Черном море. В Киеве рассматривают это как акт агрессии. Накануне 3 корабля ВМС Украины были захвачены в районе Керченского пролива. По предварительным данным, 6 украинских моряков ранены. Всего на борту 3 кораблей было 23 моряка. Федеральной службе безопасности России, в свою очередь, утверждают, что украинские судна нарушили границу, в связи с чем для их остановки применялось оружие. Позже корабли были задержаны в Черном море. Военное положение необходимо в целях укрепления обороноспособности Украины на фоне усиливающейся агрессии со стороны России. Введение военного положения не означает нашего отказа решить вопрос освобождения украинской территории политико-дипломатическим путем. Мы намерены и дальше соблюдать все международные обязательства, в том числе и минские договоренности.